Так, ребятки, такой хороший вечерок. Вечер у нас. Что у нас за вечер субботы? Я как-то себя нехорошо сегодня чувствовала. Так, вот время. Время смотрим с вами. 7:48. Я дреманула так хорошо. Вот, у меня болела голова, я подремала. Сейчас мне лучше. И мы идем на бассейн. Точнее, некоторые уже на бассейне. А я к нему грибу. Вон он. Он в труселях там. Все. Я пригребла. В общем, мы с мальчиком-кроличкой. Вот он. Добрались до магазина без папашки. Теперь никто нас не ограничивает во времени в магазине. Так, ты молчишь сегодня. И, в общем-то, мы приехали тут на одной плазе Бюрлингтон, и вон там дальше Рос. Нам нужно купить Максиму шлепки, у него порвались. Ну, еще кое-что мне. Вот, по мелочи. Так что мы сюда приехали. Ну, кое-кто просится в бассейн, но я еще не решила, насколько он мне не будет мешать в магазине, чтобы я все пощупала. На улице 40 градусов. Вчера было. Я про дядю, как он там не сгорел. Вот такой вот магазинчик. Так, Максим сказал, что детская на втором этаже, мы поехали. Наверное, на втором этаже. Видите, да? Видите, этот рай, шматья. Ройся и ройся. А лица-то одни наши. Вот она, детский отделчик. Сейчас мы мальчику с пальчиком будем покупать. Он уже большой у нас, и лапка у него нехилая. Мальчик, а тут вообще что-то... А, вот обувь. Мне кажется, мы твои красные здесь же покупали в прошлый раз. Тут на втором этаже детская, и все для дома. Давай, у тебя пятерка или четверка, я не знаю даже уже. Нам шлепки нужны. Шмотки, если есть Марио. Кому что? Нашли шлепки. Сейчас будет выбирать мальчик с пальчик. И мерить. Максим, смотри, человек-паук на полу лежит. Пусть лежит. Да? Человек-шмаук. Я и так и думала, что он не выдержит. Все? Человек-шмаук. Ну-ка, прикинь на себя. Ну, там надо сзади, надо отпустить. Берем? Нормально. Вот еще один нашел. Человек шмал. Вот, 4, 5. Ну, ты попробуй, 4 или 5 тебе надо, я не знаю. Мне кажется, 5 тебе уже надо. Мне твои шлепки как раз. Ну, а бывай. Надо померить. Я хочу те, которые никак не цвета, а берешь. Ну, хорошо, что у тебя же есть выбор, выбирай. Да. Целиком красный? А что? У меня те тоже были целиком красные. Ну, нет, у тебя только верх красный. Нет, были. Хорошо, мери, мне это все равно. Ну, они тебе велики, нет? Нет, мама. Ну, хорошо. Но даже если велики, то у меня есть еще место, куда расти. Господи, тапочки $10, есть куда расти. Вообще наш мальчик с пальчик любит красный цвет. Он его часто выбирает. Да, мальчик? О, девчонки, хотите, раз мы сюда пришли, я сейчас тут текстиль покажу, какой у них есть. Можно что-нибудь для дома прикупить. Подушек там каких-нибудь, где-то летние. Мебелюшка, видите, какая-то есть. На верандочку. Так, стоять, я тебя не трогаю. Что стоит вот у нас креслица? Креслица, и к нему подушечки можно взять. Ну, так неплохо. Креслица это стоит $59. Да, и столики, видите, к нему. Хорошая. Хорошая, берем. Нам, правда, ставить некуда, мы берем. Ой, там кто-то так вопит.
в каком отделе? Не знаю, это все для дома, детском. Наверное. Детском. А детский вот там. Ну, да, дети могут вопить. Но лучше бы не вопили. Лучше бы не вопили. Бедная мама там сейчас... Это такие подстилочки на стол. Коврики, да. Ой, часы какие, смотри. Да всякие. Ну все, можно и подушки, картины купить, постельные, прихватки разные, термозочки вот, на любой выбор термос. Холодильники, сумки, постельные. Что постельное стоит? 29,99, вообще копейки. Ай, то... Но оно гораздо больше. Вот Queen, допустим. Queen. Цена $49. Но там все, подушки. Это очень много. Нет, ну, это нормально в сравнении с тем, что в других магазинах. В общем, тут так можно постельное это выбрать. И само постельное, в смысле одеялки, там подушки и такие постельные комплекты, которые... Пиво. Само постельное, короче. Такой софти, да? Угу. Мягенький. С собакой. Угу. Это вот в ванну, да, чаще вот такие вот штучки ставят. Там даже для машин что-то есть. О, для собачатинки. Ты не видишь одежки? О, Насти Чулю. Будет он, блин, на нас вопеть. Мам, будет он на нас вопеть, то, что мы его туда посадили. А, то, что он бы его разодрал. Он не будет там сидеть. Не-не, он это разодрал бы в два счета. Согласна, игрушки нам не надо, мы ему купили много. С запасом. В общем, как-то так. Кстати, кошелочки для белья грязного. Вообще разных калибров и массивов. Ну, это совсем на бэбичек все. Ладно, пойдемте с вами вниз. Смотрю, давай. Если в этот раз фенчик, ребят, сделала вот такой. И на ногах тоже. Вот. Я сижу! Макс играет со Стичем. Мася у нас тоже с собаками местами. Мася тоже бегает у нас за мячиком. Ну что ты будешь? Не это. Не работает. Ага, фигушки уже больше не ведется. Давай, беги. Че, уже не получается? Ну, тебе, ладно, давай.
Нашел. Обманывают персики. И котик тоже обманывает. Если вы не поняли, это местный мячик. Местечулька его очень любит. Масик тоже, кстати. Чего ты там ищешь? Ну, кинь уже пёселю, что ты жидишь? Ага. Сам говорит, бежишь, что эти, совсем лох бельгийский. Нету там ничего, ничего ты не бросил. Все. Стичуля взял свое. А теперь это из глотки не вырвешь. Теперь это не вырвать. Да, все. Стича. Как ты так, Стичуль? Все, он отобрал его. Лапы вытянул, да? Уже лицо довольное. Мячик. Ребята, что я вам хочу сказать? Мася страхать. Масюнь, ты а ничего не перепутал? Вдруг сразу Стич пришел. Стич около него спал. А, да? Не спали вместе? Да. Стич на полу спал, а он в клюшку. Ну, Стич не особо его трогает. Этот сразу по мордасам. Однако не брезгует Лёшками Стича поспать. Ты мой шлёткий, ты мой маленький, ты мой Масюня. Для всех любящих Стича. Стичунь? Провожаю. Примерно так это выглядит. Один дружище спит. Так, 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 идем, 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 идем. Второй дружище спит. Как-то так. Друзья мои, всем привет! Всем самой лучшей, самой доброй, самой солнечной пятницы из прекрасной Калифорнии. Я купила себе рюкзачок в чудном магазине Бюрлингтон. И теперь иду его сдавать. Что-то дома рассмотрела, мне замочки не понравились. В общем, тут шовчик не такой. Зажрались мы. В общем, идем с вами сдавать. Благо, в Америке с этим нет проблем. Что-нибудь сдать вообще легко. Не напрягаясь можно. Так что мы тоже сейчас быстренько с вами вернем. Хоть небольшие денежки, $20, а все-таки денежки. Виктор Николаевич себе майки выбирает опять. Папа, повесь ее, пожалуйста, обратно. Да? Да. Там, где она висела. Ты с буквами что-то будешь брать? Наутик. Наутик. Ты же не любишь надписи. А что ты Левайс не захотел? Прикольная майка. Вот, смотрите, майка, она ему не понравилась, он ее не взял. А, да, обязательно. Тебя ни с кем не будут путать. К тебе просто будут все подходить. Дорожный сотрудник. Да. Он еще, ребята, посмотрит на ценники. Конечно. И еще, ребята, он еще понаходит по $5. Как-то шорты мне принес то ли за $4.5. Где он их только нашел? Все. А что-то он там еще и L есть дальше. Тоже все L. Ребятки, приехали. Другой магазинчик, ни разу здесь не были. DJ Max. Все его так хвалят. Ну, не знаю. Сейчас будем посмотреть. Чего тут такого, да, пап? Этот мужчина уже прибарахлился. Две футболки, шорты, мокасины. А я-то ничего не купила, еще и рюкзак сдала.
Ну вот, мы зашли. Так. Вот такие вот у нас тут сумочки. Цены такие неплохие. Вот летний отделчик, видите? Панамки. Италия написано. Прямо Италия. Ну, слушайте, правда, кожа. Ну и цена такая соответствующая. $70. Рюкзачок. Ребята, вот традиционные джерки. Это сушеная говядина, вяленая. Мне именно терияки нравится. Вот мы взяли пачку. А стоит она? $11. Кстати, чай Липтон. Да. Вот нету белого вообще. Есть, как вот же белый стоит. Это грин написано. Персик. Белый помню, да. Он был зеленый, а потом белый был. Да? Да. Он мне нравился. Он просил горячий шоколад. Ты будешь фисташки брать? Фисташки, ребят, $7. Еще как-то давно не покупала, прям мне захотелось. А? Бери. Клубника, говорит, по доллару. Ну, так салатик бы хотела, я 100 лет не покупали. $3 стоит. Клубника по доллару. Этого не помню вообще. Сколько взять? 4. Выбирает. Ладно, не буду делать портить красоту. Пусть он там укладывает все аккуратно. Та ему какая разница, куда положить 4 пачки. Папа мне манго выбирает. На грушу похоже, да? Ну, они вкусные, я их все съела. Я не знаю, сколько их там было. Он тебе покупал, а я сожрала все. Ты съел хоть один, не? Один. Один. Ну тогда еще жене возьму, раз 58 центов. Кукурузу будете? Не. Кукуруза, кстати, это одно манго 58 центов, а кукуруза 42 цента за качанчик. Тоже недорого. Сегодня съемщик у меня плохой. Что мы тут взяли? Клубнички взяли. Я взяла печеньки по $3 каждая. 3 пачки помидорок я взяла, огурчики, салат свой любимый сладкий, картошку, манго, фисташки, смесь овощную, огурцы, чеснок. Ну все, хлеб. Папа упаковывает хлеб 38 центов за штучку. Я пришла, ребят, вот за вот этим. Сандрия. Блин, прикольная штука. Как-то Витька купил, мне очень понравилось. Мексиканская тема, а он где-то в грузовичках ездящих купил. В общем, сейчас купим с вами. Стоит 98 центов за бутылку. Есть все, что необходимо для ленивых хозяйств. Видите, готовые панкейки с шоколадом, простые, вафли, потом такие как песочные, я не знаю, как это правильно называть. Штучки такие песочные тоже. Так что... Напротив нас с вами молочка. Сливки всевозможные. Сладкие. Эти всякие с добавками. Вот из чейс. Это как зернистый творог. Сметанка. Было бы только желание у вас. Что, ребята, сегодня как-то получилось прям тележка. А вышло все на $295, грубо говоря. Как-то так. Нагребли что-то сегодня. Что делать? Так, не мешать главному мужчине. Посмотрите, чем он мне бутылку с водой открывает. Ничего, я это профессионал. Профессионал?
А, я догадалась, на парковке с пацанами пиво пьешь, да и монтировкам все пиво открываешь. Конечно. Профессионал. Конечно. Ну, ваше здоровье. Ох, и вкусная штучка. А. Да? Кто бы мог подумать? Ну, из винограда, да? Да, с Англии виноград. Я думаю, что есть такое алкогольное, есть, но это не алкогольное. Алкогольное это... есть в Англии. Ну, очень вкусненько. Это, по-моему, мексиканское. Мексиканское, мексиканское. Ты же мне говорил, ты купил в этом второчке, вот этом, который ездит по городу. Ай. Сейчас папа все это перекидает. Главное не мешать мужчине, пока он работает. Смотрите, какие у меня получаются. Начос, да? Правильно я сказала? Что? Такос? Такос. Начос, говорю, такос. Вот такие. Сюда сыр не клала, потому что Максим у нас не кушает сыр. Ребятки, какая красота получилась. Я думаю, что это будет фантастически вкусно. Вот такие вот мешочки можно доставать и кушать. Друзья мои, всем привет, всем самое доброе, самое солнечное, самое калифорнийское прекрасное утречко. У нас утро субботы, мы едем на день рождения, Максима пригласил его одноклассник. Я в новом платьюшке вот таком, зелененьком. Мне, как всегда, некому снимать, поэтому вот так. Вот, так что нам 5 минут на то, чтобы доехать. Посмотрим, как проходит американский день рождения. Расспросим, точнее, Максимку потом. Так, оставили ребенка на день рождения, приехали с барабакой, с собакой нашей вот в Петко. Нам нужно ему купить шлейку новую, потому что мы выросли. Это большой. Это вообще, по-моему, жилет для плавания, как его. Да. Одежки. Эти неудобные. Мы такую майло покупали, потом мучили через голову, которую смотри. Одевать. Я такую не хочу. Ничего нет. Через бошку продевать ему. Вот мужчина идет, и я иду за ним тут сзади. Сдали ребенка, в общем, добрые руки, так сказать, будет он ночевать у мальчика. А мы решили поехать куда-нибудь поесть. Мы с 1 августа едем в отпуск, вот с 1 по 10. Купили специально для путешествий клетку, которую мы в багажник будем ставить, стичу, ну и потом, которую дома будем использовать, когда будем уходить. Сняли уже домики. Вот. В общем, потихонечку готовимся. Сейчас просто хотим отдохнуть что-нибудь, кушать вкусное, провести хорошо субботу. Так, ребятки, все, мы припарковались. Вот она, наша красотка, будет тут настоять и ждать. Ребенок уже позвонил, сказал, мама, он же остается с ночевкой в этих гостях. У них
как пиджам с пати, да? В общем, они там с ночевкой остаются, и надо привезти одеяло, сказал привезти. Вот сейчас поедем погуляем, покушаем. Не знаю, сигаретами тут так пахнет. Чего тут так пахнет сигаретами? Как это бесстыжее лицо тут курило. Второй приехали. Кто-то на ногу. Я его не вижу. Я на ногу. Тут надо где-то. Надо так выходишь. Так, и мы приехали в Олд Сакраменто. О, слушай, мы же сюда и хотели. Да, 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 я сюда нас и с тобой и это. Да? Правильно выбор? Пропускает он тебя. Вот сюда мы, ребятки, приехали. Сейчас пойдем. Правда, я не знаю, папа какой-то путь выбрал. Тут надо пройти нельзя, по путям собрался идти. Нет таких путей, где мы не пройдем. Да не хочу я здесь лезть. А что это за фирма у тебя? Пума. Пума. Вау, тут живая музыка, что ли? Это мне она сказала. А? Мне сказала спасибо. Я ну да, мальчик с девочкой. Сейчас я покажу вам. Так классно поют. Я ей показала палец вверх. Она мне говорит, thank you. А мы вот сюда идем. Она очередь, да? Не знаю, мы туда давно хотели попасть. Сейчас узнаем. Судя по тому, что люди здесь. Вот такое вот антуражное местечко, ребят. Все в таком морском стиле. Вот. Мы записались, и сейчас там можно на улице сидеть, прикольно. В общем, сейчас будем ждать. Да, ну, если честно, я не знаю, я тут смотрю. Мужчина, вы меня пугаете. Знаете, что он делает, да? Да, видим. Как видим? Она безалкогольная. Как будто чешешь. Ну, ты видишь? Синенькая. Синенькая – это безалкогольная. Ты реально безалкогольное пиво себе заказал? Что там трындит нам, ребята? Сейчас я посмотрю на бутылке, какой она безалкогольная. 4,2. Брехушка маленькая. Я и думаю, пиво он безалкогольное купил. Кто-нибудь видел пиво с трубочкой? Теперь вы это видели. Мужчина пьет пиво через трубочку. Мне, как всегда, принесли. Я заказала свой любимый супчик крем-чаудер. Вот. Принесли нам. Ложечка. Это очень вкусный супчик из морепродуктов. В общем, принесли блюдо. Чтобы ничего, просто я курицу не учу. Под названием джамбалая, ребята. Джамбалая. Вкусная? Да. Размерчики блюда, понимаете, да? Мой кулачок и вот эта тарелочка. Что это вдруг творило? Ребята, принесли мой стейк. Мой. А это тогда чье ты доедаешь? Мой. Тоже твое? Не треснет? В общем, вот такая вот красота. Я у него тоже в его джамбалай поковырялась. Смотрите, какие там креветосы. Girls like me, I like a magnet to my mind.
Они откормленные здесь. Макс нам тут не разрешает ходить, он боится таких вещей. Таких всяких деревянных мостиков, вот этого всего. Не любит у нас. Поэтому мы не ходим в такие места. Смотри, какая стая. Господи, с нас недавних пор папа стал рыбаком, и он теперь вообще. Ты смотри, как здесь стоят они, глянь, сколько их. Ты видишь? Глянь, раз, два, там их не вон, смотри, где труба. Я даже не знаю, что это за рыба. Папа подсадит меня со своей рыбой. Это позабрасывать рыбу сюда, удочку. Может, мне руки поломают. Скажу, да, ничего себе, приехал. Говорит, руки мне тут поломают. Папа, ты в какой стране живешь? Тут 10 раз подумают, прежде чем руки ломать. Вот она, там бьется. Интересно, что это, откуда там бежит вода? Не знаю, видишь вон в центре? Я вижу, на камеру не видно, а я вижу. Вон там, блядь, вдалеке. Глянь, там сколько. Да вообще, давай сачок ловить будем. Нас есть приглашают. А? Нас есть приглашают. Нет, да, уже не пойдем? Я уже наелся. Да, мы плаваем. Да, и он действительно чувствуется, что он... Ну да, не сверху, не сверху. Волна идет. Там тусит, тусовка. Мне лучше не смотреть. 50. А сколько, пап? Ну-ка, расскажи нам, сколько мы... У нас ну, с 2005 года. Это что? Это мы встречаем. Свадьба. Ну. Ну. А до 2005 года, пап? Ты же не жила со мной. Как это не жила? Ты что, сейчас вообще приборзел? Нет. Мы уже жили, когда поженились. Так это было нам сколько? По 20 сколько? Лет. Ну. Ну. 17 лет, папа, у нас официального брака. 18 почти лет. Да. Так что я уже вполне могу говорить, что я живу с тобой 20 лет. Это вообще модный. Довольные, да, не говори. Расскажи мне, ты где тут остаешься? Там, ну что там, я не знаю. Вот он, с ночевкой остается. Ну скажи нам, ну скажи чуть. Что? Что ты остаешься у друга я с ночевкой? Остаюсь у друга на ночевку. Все.